стенах лицея Лобачевского Казанского федерального университета и IT-лицея КФУ прошел праздник День учителя. К поздравлениям присоединился и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Я не случайно пришел к вам в этот день, в ваш профессиональный праздник. Мне очень приятно вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Я думаю, что у каждого человека в жизни есть его первый учитель, и мы все их помним прекрасно. Они нас научили читать, научили считать. В общем-то, всему в жизни научили. День учителя – один из самых известных, любимых и широко отмечаемых профессиональных праздников. Традиционными для этого дня являются море цветов, поздравления педагогов с добрыми пожеланиями. Лицей Мельченко занимает ведущие позиции уже не менее 6 лет. И наши выпускники ежегодно поступают в ведущие вузы Российской Федерации, которые входят в топ-20. Большинство из них обучаются в Казанском федеральном университете. Во второй половине дня прошел праздничный концерт, в котором ученики IT-лицея КФУ читали стихи, пели, танцевали, показывали театральные сценки. Вельможи, богачей, все дома! Когда ты видел, как мы пируем там, где только свадьбы, именины! Безмерно благодарен вам, лицеистам прежде всего, за вот этот подарок, за организацию этого концерта. Концерт закончился выходом всех участников программы в зал со словами поздравлений и добрых пожеланий своим учителям, а также подарками для любимых учителей. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Александр Кузнецов, Универньюз.